десятка, дружба і добра. Та й пленила наші серця, Камчія навеки нас везла. Дальний путь восьми з собою, пам'ять о встречах у костра, о сонці, о берегі Болгарском, де дети пели песні до утра. Танечка, я очень рад, что вновь могу тебя встречать в этом замечательном месте, в нашей любимой Камчи. Здравствуй, Георгий. Я тоже очень счастлива, что мне удалось вернуться в это сказочное место. Меня так и тянуло сюда к вам, моим болгарским друзьям, в теплоту и сердечности этой земли. Знаешь, а я почти понимаю все, о чем говорят твои друзья, хотя прошел год с тех пор, как я уехала отсюда. А на самом деле я не удивлен, ведь у наших языков общие корни, которые своей историей уходят в далекое-далекое прошлое. А тем более в этом году не только Болгария, но и вся Европа, Таня, празднует большой юбилей. 1150 лет со дня создания славянской письменности братьями Кириллом и Мефодием. Для нас, славян! Слышите от Бога в упрек.
Эта музыка напоминает мне, что именно из болгарских земель наша письменность и духовная культура распространились среди славян, дошли и до России. Последователи Кирилла и Мефодия создавали школы на территории Болгарии, обучали учеников и священников. Многие в дальнейшем были объявлены святыми, как святитель московский Киприан, всея Руси чудотворец, который возглавлял русскую православную церковь в смутные времена татарских набегов. И он был тоже родом из Болгарии. Турецкого рабства. Это давало силы бороться и стремиться к свободе не только вам, но и другим порабощенным православным народам. Oh.
Татьяна, Болгария совсем недавно, в марте, отмечала большой юбилей. 135 лет освобождения Болгарии от турецкого рабства. Российские и болгарские ополченцы стояли плечом к плечу и героически сражались против свирепых османов. Именно поэтому после русско-турецкой войны памятник свободы на Шипке стал символом нашей несокрушимой дружбы. Твердый, как гранит, возвышающийся, как полет орла. Немыслимо представить себе этот праздник и без России, без ее героев, которые отдали свою жизнь великой идее – увидеть Болгарию свободной. И говоря о Пушкине, нельзя забывать, что это и день русского языка, на котором он создавал свои прекраснейшие произведения. Послушаем. Не стану я жалеть о розах, увядших раннюю весной. Мне мил и виноград на лозах, кистям созревший под горой. Краса моей долины злачной, отрада осени золотой, продолговатый и прозрачный, как персты девы молодой. Thank you.
Георгий, я узнала, что уже достроен детский лагерь Черноморский. Это правда? Да. И у нас у «Радуги Ломбоза» есть сюрприз для нашего самого младшего братика. Поздравляем тебя, Черноморский! Дочки и храм. По бою
Который написал эти изумительные строки. Это великий для меня романтический поэт России Владимир Исайчев. Уникальный русский комплекс на прекрасной болгарской земле у Черного моря. Похожий на многогранный драгоценный алмаз большой дружбы, братства и любви двух народов. В какую-либо грань не посмотришь, увидишь одно – сияющих счастьем детей. Разных народов и разных национальностей – Болгарии, России, Польши, Украины, Молдовы, Казахстана и Грузии. Да, я вижу, Таня. И как раз хор из Грузии сейчас поздравляет нас с песней «Многое лето». Yeah!
поют, загорают и купаются в море. Но все эти грани спаяны одной целью – свободой реализации творческого духа каждого ребенка. Здравствуйте, дети! Вы можете повторять после меня? Кирова, Гороты, Ганчевой, Татьяна
выходить в космос, чтобы увидеть все эти звезды. Потому что самые яркие, самые красивые, самые зажигательные звезды, они здесь, рядом с нами. На фестивале детского творчества «Звезды Камчи».
вот она. Уважаемых гостей, под наши бурные аплодисменты! Let's go!